В последнем матче сезона Ак-Жайык сыграл с Атырау в Шымкенте. Обычно матчи этих соперников проходят в острой бескомпромиссной борьбе. Так вышло и на этот раз. Ак-Жайык победил атырауцев со счетом 3-2. Этот результат вывел команду на второе место в турнирной таблице конференции. Но путевка в премьер-лигу досталась футбольному клубу Атырау. После 3 поражений мы 4 игры выиграли за счет характера. Можно сказать, это психологически ребята подходили к каждой игре, понимали ответственность. Ну и доиграли сезон, пока, по крайней мере, на втором месте в группе. Отметим, что в этом году матчи первой лиги проводились в совершенно другом формате. Игры прошли в двух городах Казахстана. Все встречи проводились с учетом санитарных требований. Тренеры и запасные игроки были в масках. Зрители на стадионы не допускались. В таком формате там на каждый третий день была игра. Вот. Я думаю, это для всех футболистов запомнится этот сезон. Такой... А болельщиков что не было? Это вот важно? Это очень важно, то, что с этим карантином, то, что болельщики не присутствовали, естественно, поддержки как бы меньше было. Вот. Все в онлайн-режиме, в основном все просматривалось. Естественно, этого не хватало, вот этой ажиотажа, вот это вот. За что и любит футбол, то, что были зрители. Отметим, что планы для команды на будущий сезон пока не озвучены. Все будет зависеть от текущей ситуации с коронавирусной инфекцией. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.